Международному дню семьи, который будет отмечаться в предстоящее воскресенье, Лидский райком БРСМ инициировал посадку аллеи семейных деревьев в новом микрорайоне «Север». Это одно из мероприятий республиканского проекта Белорусского республиканского союза молодежи «Парк семейных деревьев», который направлен на формирование у молодежи традиционных семейных и общечеловеческих ценностей и уважение к традициям истории и культуры своего народа, и в котором участвует и лидская молодежь. Место для посадки аллеи семейных деревьев в Лиде выбрано не случайно. Через несколько лет этот микрорайон станет самым густонаселенным в городе. В нем будет проживать 33 тысячи человек. Неспроста место для посадки аллеи выбран именно микрорайон «Север», потому что это новый район в черте города Лиды. Здесь, безусловно, будут проживать молодые семьи, молодые люди, поэтому настолько символично, наверное, впишется данная аллея в новый микрорайон. Высаживали аллею семейных деревьев в микрорайоне «Север» участники еще одной инициативы Лидского райкома БРСМ, приуроченной к Международному дню семьи – фотоконкурса «Семья. Дом счастья». На предложение поучаствовать в закладке аллеи откликнулись 10 молодых семей. Все они получили сертификат об участии в акции. Классный руководитель Даши предложила нам поучаствовать в фотоконкурсе «Семья. Дом счастья». А потом нам предложили поучаствовать в этой акции, чтобы посадить семейную аллею. Мы очень рады принять участие в данной акции. Мы рады участвовать в этом мероприятии. Это очень значимый момент в жизни нашей семьи и в жизни нашего города. Принимайте внимание, что надо озеленять наш город. Это очень красиво и нарядно. Я сегодня прибыла сюда с супругом на посадку деревьев от Лидского РОВД. Мы с радостью принимаем участие в данном мероприятии, рады оказывать помощь. В аллее семейных деревьев в микрорайоне «Север» будут расти туи и сирень. Их саженцы участникам акции предоставил строительно-монтажный трест номер 19. Семейная ячейка – это самое главное, наверное, в жизни каждого человека. Из этой семейной ячейки складывается коллектив, государство, земельные, и вся земля, наверное, держится на семейной ячейке. Поэтому очень важна традиция соблюдать вот эти традиционные наши качества. И вот сегодняшний день показывает, насколько это важно для нашего региона, для нашей личины.